Должно быть до Мартеса. Где мальчик? А? Ты его опекун. Верно. Я должен с ним поговорить. Ты меня не узнал? Помнишь, как мы проводили время? Наши секреты? Я не настолько глуп. Кто сказал тебе о мальчике? Ну? Дело не в мальчике и не в старике. Но если я расскажу тебе хоть что-то, мне... Конец? Знаешь, что тебя ждет, если ты не заговоришь? Ладно. Что ты хочешь знать? Где старик? Они в деревне к юго-западу отсюда. Его привязали к столбу и избивают. Для чего им нужен мальчик? Не знаю, Мистий. Мне лишь велели привести его. Но мы знаем, на что они способны. И к ним бы попал невинный мальчик. На твоих глазах избивали старика. Но... Ты согласился похитить мальчика. Они дальше по дороге, культ. Убей их всех. О, поможешь и себе, и мне. Отпусти, и я ничего никому не скажу. Пусть Зевс свершит твою судьбу. Мне нужно найти старика. Спасибо, Мистий. Старик еще жив. Стоит проверить храм в Фесте. Среди стражников есть старик. Старик этот свист. Вам все! Погоди, кто ты? Я Дардоса.
Идти можешь? Артас, хвала богам. Давай выбираться отсюда. Дыши, старик. Ардис, мальчик, он невредим? Жив? Я не дам причинить ему вреда. Хотя иногда и хочется задушить его. Ардис может устроить настоящее испытание воли. Я хочу знать, как попасть в лабиринт. Ардис сказал, ты поможешь. Я знаю одно. Там лишь смерть. Почему все сбежали из лабиринта? Должно быть, что-то случилось. Я не пошел внутрь. Я не глупец. Никиус просил приглядеть за мальчиком. Я был снаружи и молился, но я слышал Минотавра. Двое вернулись, но Никиус... Ардис говорит, его отец в лабиринте. Это так? Да. Он не вернулся. А те, кто вышел, никогда не обретут покой. Ардис говорит, ты не хочешь рассказывать о его отце. Как можно сказать мальчику, что человек, которым он гордился, его отец мертв? В память о Никиусе я не позволю его сыну войти в это проклятое место. Зачем им бить тебя? Уцелевшие бежали от Минотавра и оставили диск. Ключ к лабиринту. Я взял его. Тогда при чем здесь Ардис? Диск у него. Он его украл. Я рассказал им об этом. Они пытали меня вести. Я держался как мог. Я подвел его. Подводил все эти годы. Люди, что пытали тебя, члены могущественного культа. Они и не таких сокрушали. Тебе стоит помириться с Ардисом. Он смышлен, но ему нужен кто-то, кто бы присмотрел за ним. Семья. Нужен ты. Он и видеть меня не хочет, мистик. Не сдавайся. Насчет диска. Ардис не знает, для чего он, мистик. С его помощью можно открыть лабиринт. Позаботься о нем. Не беспокойся.
свободна. Спасибо. Я не упущу эту возможность!
О, Зевс! Свиней в Греции перекармливают.
Так это медведица Калисто. Thank you.
Слишком велик для обычного волка.
А, я узнаю твои шаги. Ты вернулся. Я был в Акрокоринфе. Оттуда вся Коринфия видна как на ладони. А, я могу лишь гадать, как последователи Афродиты чтят свою богиню. Гетеры всячески воздают хвалу Афродите, особенно по ночам. Ваша богиня стоит того. Когда я был моложе, по ночам часто думал о том, как бы мне воздать ей хвалу. Вот и вся история. Теперь твой черед. Итак, кто-то хотел твоей смерти и нанял Дария? Верно. Мой брат. Твой брат? Это какая-то бессмыслица, старик. Так и быть. Я тебе расскажу. Мы с братом последние из сыновей царя Ксеркса. Не может быть. Тогда ты стал бы царем. Я был им. Меня зовут Артаксеркс. Я хотел, чтобы в Персии воцарился мир. Но мой брат жаждал власти и нанял убийцу. И вот я здесь. Изгнанник, просящий подаяния. Я продолжу, если ты... Да-да, с меня история. Хочешь послушать о птице? Могу рассказать. Это отрада для меня. Она великолепна. Изготовлена из клинков павших солдат. Она высится над Стимфалом, над золотыми полями. Стоя там, так легко забыть о войне. Значит... Все так, как я слышал. Птица — символ борьбы Геракла против хаоса и стоит там, где царит покой. Надеюсь, мир будет также давлеть над хаосом. Скажи мне вот что, царь Артаксеркс. Как мне тебе поверить? Ты совсем не похож на царя. Ну, в этом весь смысл. Я же скрываюсь. Докажи. Ладно. Я знал человека по имени Фемистокл. Афинский полководец. Я слышал, он был подвергнут остракизму. Все это политика. Он приехал к нам, ко мне, и искал убежище. Я был царем, но очень юным. Он учил наш язык и рассказывал мне истории о родине. Об Акрокоринфе, о горе Тайгет. О местах, где ты не был. Я любил их слушать. И любил Фемистокла, как отца. Он был так добр ко мне. Не то, что Ксеркс. Я могу рассказать тебе, где он спрятал сокровище. Я был на горе Тайгет. Правда? Скажи, ты видел бога, пожирающего спартанских детей? Тайгет — это самая обыкновенная гора. Источник страданий там — люди, а вовсе не боги. Как и во всех самых ужасных местах. В детстве я... Я почувствовал это в тебе сразу же. Ношу страдания на твоих плечах. Оставь это в прошлом. Итак, я побывал в 5 местах, о которых рассказывал Фемистокл. За это я буду вечно тебе благодарен. А вот моя история. Фемистокл умер в Персии и не был там чужаком. Я обещал, что увижу места из его рассказов. Они живут во мне, а теперь и в тебе. А твоя история? Я заставил всех поверить, что покушение было успешным, и сбежал. Артаксеркс, я должен сказать тебе еще кое-что. Что? Царь Спарты Леонид был моим дедом. То есть? Твой отец, царь Ксеркс, убил моего деда. Тогда ты должен отомстить за него. Артаксеркс, лжецарь! Мистий привел меня к тебе! Я закончу то, что начал! Алексиус, прошу.
Держись за мной. Артаксеркс, ты ранен? Хоть ты и мог отомстить за Леонида, но спас меня. Спасибо. Не мог. Он хотел тебя убить. Наверное, это был очередной наемник. Верно. И теперь брат отправит за мной кого-то еще. Потом кого-то еще. Пора мне принять свою судьбу. Ты смелый человек, Артаксеркс. Этому меня научил Фемистокл. Что ж, теперь твоя награда. Ну, я спас тебе жизнь, царь. А еще объехал ради тебя всю Грецию. Точно. И в твоих рассказах я слышал речь самого Фемистокла. В гробнице на Саламине, где он спрятал сокровища, ты найдешь награду. Гробница возле того места, где он разгромил моего отца. Сокровища Фемистокла в Саламине. Интересно, что же там?